Всем привет! Хотим познакомить вас с новой нашей локацией. Это отдельно стоящее здание, которое мы очень рады, что приобрели. Оно находится в поселке Рублево на пересечении МКАДа и Новой Риги, поэтому если кому-то будет интересно к нам приехать в гости, вы, соответственно, можете достаточно удобно добираться, так как это территория Москвы. Оно отдельно стоящее, огорожено забором. Вот. Летом тут будет очень красиво, потому что будет посажен газон, туда никто не будет ходить, никто не будет выгуливать собак. Короче говоря, посмотрите, насколько оно архитектурное. Я, когда его увидел, я сразу влюбился в него, потому что, посмотрите, у него свесы идут, плоская крыша и тонкие фризовые окна. Это советское здание, оно настолько круто выглядит даже сейчас, в настоящее время, поэтому мы сразу поняли, что его стоит брать. С той стороны у нас идет производственный въезд и вход, там свой дебаркадер идет. А здесь у нас будет вход под служебное помещение, под шоурум, под, ну, в общем, под клиентов. Сразу скажу, что у нас еще ничего не готово, но все в процессе. Здесь у нас коридор встречает нас, сразу же у коридора гостевой санузел будет и наш кабинет. Для тех, кому интересно, он небольшой формы, он максимально кайфовый в том, что у него есть вот эта вот архитектурная задумка, которая не нами придумана, а именно самим зданием уже было заложено. Это фризовые окна. Как видите, уже один стеклопакет мы поменяли, он сплошной. Кто разбирается, тот поймет и кайфанет. 4,5 метра, один сплошной тонкий стеклопакет, без всяких перемычек. Летом, когда наступит лето, мы поменяем снаружи, и это будет тоже максимально круто смотреться. Здесь уже начали отделку стен. Здесь, как вы видите, тоже мы применяем уже наш профиль декоративно-разделительный, который имитирует там стыки, либо фрезеровки в стене, чтобы скучно стена не смотрелась, когда она плоская, она безликая. Здесь, соответственно, будет свой ритм какой-то, это будет прикольно. На потолке это же решение мы решили повторить, в том числе протестировать, как это будет в обычной, в реальной жизни. Фишка то, что мы установили сюда тип 6, так как у нас ригель имеет тоже там сложную конфигурацию, мы решили завалить часть балки и сюда встроить тип 6. Во-первых, дает это идеальный качественный стык, а второе, здесь будет установлена подсветка, которая будет вечером очень круто подсвечивать помещение. Здесь будет стол, рабочий стол большой, вы его сейчас увидите, а здесь будет диван. Вот. Все это зашьется, все те фишки, какие тут будут, мы их обязательно покажем, расскажем. Идем дальше, здесь будет помещение у нас шоурума. Можно будет к нам приехать в любое рабочее время. Здесь можно будет встретиться с нашим менеджером, который постарается ответить на все вопросы, которые у вас возникают, потрогать материалы, взять образцы. Надеюсь, в ближайшее время мы сделаем ремонт и, как говорится, добро пожаловать. А теперь идем дальше. Этот проем у нас уже отделяет зону для клиентов и производственную зону. И здесь уже у нас какая-то отделка уже начинает быть готова. Это у нас будет санузел. Здесь у нас на полу наливные полы. Сделали это удобно для производственной деятельности. Немного пыли, удобно убирать. Это самое важное. Основная концепция – сделать все максимально белым, можно сказать, в лабораторные условия создать. То есть удобно убирать, удобно эксплуатировать, всегда все находится на своих местах, везде порядок. Забегая вперед, мы начинаем разрабатывать двери собственного производства, которые будут идеально стыковаться с теневыми профилями. Эти двери будут сделаны также из алюминия. Мы покажем, расскажем технологию, как, что. И я уверен, что качество будет максимально крутое. Вот это у нас основное пространство, основная производственная зона. Здесь мы работаем с профилем, там он режется, здесь он фрезеруется. Здесь пока еще полный хаос, потому что мы переехали совсем недавно. Но скоро все встанет на свои места, у каждого будет своя полочка, все будет подписано и все будет идеально четко. Здесь
сборочная будет история, то есть двери же нужно нам не только как бы резать и фрезеровать, мы их будем собирать, монтировать и складировать. Очень важный момент, что наши двери должны быть в наличии, то есть вы не должны ждать 3 месяца, вы должны приехать к нам и взять тот размер, который вам необходим. У нас будет 2 склада. Первый склад под фурнитуру, это маленький, в принципе, склад, который, ну, не требует для себя большого пространства. Это петли, замки, уплотнитель, какие-то инструменты. Вот. Все это будет расположено здесь. Здесь у нас пока пространство, которое полностью не готово, но мы в ближайшее время с помощью лак сделаем второй пол, да, двойной пол, и здесь будут у нас храниться уже двери наши. Помните, я вам говорил по поводу второго входа? Вот у нас второй вход. И отсюда у нас завозятся, получается, все материалы. Здесь, соответственно, свой внутренний двор. Как вы видите, дебаркадер. Машина подъехала, и удобно разгружать как профиль. Ну, в общем, тяжелые какие-то моменты заносятся, и они никак не пересекаются с клиентской зоной. Собственно, все. Вот. Будем рады любым вопросам. Если что-то вас заинтересовало или где-то я что-то недорассказал, пишите в комментариях, будем отвечать вам. Вот. И в ближайшее время добро пожаловать!